И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Гусанёк, Кирилл Геймер, Думыч, Крошка-Крошка и Тучка. Дэн, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. У нас сегодня очень классный веселый ролик, потому что будем убегать от SCP скромников 096 в гигантском лабиринте. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Че, психи, что ли? Отвали! Туда, Дима. Порвали меня, что тузи грелку. Вот это вы молодцы. Ай. Тряпку. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение и продлить тем самым вашу жизнь. Чтобы ваша жизнь была сладкая, как мед. Залетайте в наш телеграм. Там начался розыгрыш игры Гаррис Мод, как я и обещал. С этого момента кто умрет, тот лох. Умирай, Максим. Гусанёчек, ну ты специально сейчас умер, я понял. Я знаю, гусанёк только слышит эту фразу, сразу умирает. Ну чисто по приколу. Нет. Максим, там, Максим. Но я не первый. Ну да, ты второй лох. Ой. Ребята, классное настроение, надеюсь. У вас тоже оно будет сейчас очень классное. О, я знаю, что надо сделать. Надо сделать реалистичный урон от падения, чтобы пацаны не выпендривались. Бежит, пацаны, двое бегут, быстрее бегите! Саня, так, я его вижу. Поднимается, поднимается наверх, отойди. А их можно как-то обмануть, чтобы они прыгнули вниз? Нет. А я сейчас попробую его обмануть. Не веди его ко мне, не веди. Он упал, вы говорили, что нельзя, он упал, можно скидывать, молодец. Радекс, давай еще раз. Да ну не, зараза, красиво ты меня обманул, блин, я поверил, что я сейчас выиграю. Эй, отвали от меня. А, вы не хотите вставать? Вставайте. О, пошел процесс. Надо еще разок. А, все, побежали. Я кстати, возможно, сейчас приманю за собой. Радекс, стой. Я знаю, что я еще сделаю. Я сейчас сделаю очень большую гравитацию. Например, 10 тысяч. Чтобы пацаны не могли бегать по бортикам. Как всегда, ребята, мы делаем всякую классную дичь. Еще сделал. Вообще не могу прыгать. Получается, даже с бортика нельзя спрыгнуть? Ой. Это класс, ребята. На, понюхай. Ой-ой-ой. Так, подожди, где тут спуск? Тут же спуск где-то есть. Вот он. Все, побежали. Ой-ой. Кирилл. Вот это они орут. Он сзади. Быстрее, ребята. Быстрее. Я оторвался. Отлично. Вот он. Ё-моё, я боюсь этих скромников. Они реально жесткие. Блин, это трэш полный. Слышь, ты что сидишь? Вставай. Давай, мочи всех. Мне нравится, как они бегают, и потом назад приходят и садятся. Нормально, я стою на вышке. Ах ты, блин! Вы заметили, что с такой гравитацией, что даже гранаты плохо летают? Я даже прыгать не могу хоть чуть-чуть. Все, пацаны, давайте, кто добежит до вышки, тот красавчик. Я уже на вышке. А, надо тебе скинуть, сейчас я иду. Так у меня три скромника, не надо. Надо. Чё тут? А! Ой-ой-ой, я прям возле них. Нет, пожалуйста, я хочу жить. Вот это они орут классно. Вот это жесткая серия будет. Как он меня не убил? Блин, прыгать нельзя, как по бортикам теперь. Я специально сделал, чтобы вы правила... Где? А, блин, не долетел. Да, базука не летит, попробуйте базукой стрельнуть, угарнете. Ну стрель! Блин, я тогда их затроллил. Ребята, это классно, с большой гравитацией. Говорит, пацанам, стрелите из базуки. Гранаты не летят. Дима, попробуй, кинь гранату. Она сразу приземляется. Ну что, давай, бармаль. Я ж не могу прыгать. Вот как можно резко поворачивать. Вот, я нашел тактику, как от них... Ладно, забирай свои слоновоза. Ой, я там что-то согнулся немножко. Давай. Красиво. Блин, пацаны страдают все. Все. Кто со мной? Идемте. Кто не боится до вышки идти? Представляете, сейчас для того, чтобы дойти до вышки, это целый челлендж надо выполнить. Это очень сложно. Блин, нельзя же упасть с бортика. А ты что делаешь? Ну блин. Ну Максим, ну ты не хочешь... Ой, ты хочешь читерить? Да. Ладно, придется с самого начала туда бежать. Давай, я тебя жду. Там какой-то дурак. Я еще не добежал? И как все страдают. Порошка упал уже.
Да блин, я в том же самом месте умираю постоянно. Ой, сейчас я добегу, я знаю это место. Ой, все, они побежали. Пацаны, прощайте, вы были хорошими пацанами. Ха-ха-ха, Максим! Мне нравится, как Максим страдает, это так классно. А получается, даже если базуку направить в небо, она все равно не летит? Нет. Нет. Я уже так проверил. Да? Я хотел, чтобы вы опять все повзрывали, поугарать с вас. Ой. А! Блин, я их боюсь. А! Там... Меня жопа сгорит, они меня так мучают сильно. Как же напряженно выживать в таком лабиринте, где творится просто хаос. Нет. Максим, ну что ты так слабо играешь? Думал, ты лучше играешь. Я не могу добежать. Ты сможешь, я в тебя верю. Ты лучший игрок гемода. Я добегу. Я в тебе верю. Я в тебе даже не сомневаюсь. Ой, я заблудился. Молодец, все, выбирайся. Я смогу. Я же знаю, куда идти, но меня скромники останавливают и лаги. Ты сейчас умрешь. Я вообще куда иду, я не... А, вот вышка. Все правильно, я приближаюсь до вышки, ура! Если я сейчас тут опять умру, я буду орать, головой биться о полы. Афа, реально. Потом видео засними в Телеграм. Я не хочу этого делать, я не хочу! Ну что, пацаны, я у вышки. Представляете, какой я красавчик, я просто молодец. Я смог. Там один человек всего на крыше. Вам делать нечего, чего вы убиваете, алло? Зачем? А если базука стрельнут с вышки, она полетит? Там где? Вниз полетит. Она управляется, пацаны! Смотрите, базука летит по карте, это моя. Блин, я не знаю, куда я бегу. Мне сейчас жопа сгорит, а пока базуку управлял, они всех уничтожили, и меня тоже. Вставайте, мужики, подъем! Невозможно так делать. Опа! Вообще невозможно. Как вы проходите? Будем кругами бегать? Ну давай. Я согласен побегать кругами. Смотрите. Убей гусанька, гусанька! А не, гусанек! Есть! Думай, слез. Это победа! Я на вышке! Да? Нет, тут... Ты упал, что ли? Или что так произошло там? Там скромник был, я прям со сантиметра этой маленькой платформы упал. Да блин! Просто меньше, чем по ребрик. Жопа морская, я так долго бежал. Пацаны, я придумал, что я сейчас сделаю для того, чтобы мы выиграли. Смотрите, я хочу на вышке оставить, короче, классное оружие, и кто его первый придет, возьмет, тот сможет убивать их. Так там скромники. Давайте, пацаны, я вас скину. Не надо. Нет, мы должны все сначала начать, я тоже буду. Короче, пацаны, на крыше. А подожди, я не могу заспаумнить. Во, кто сейчас добегает до вышки, берет админский пистолет, тот победитель. Ой. Все, ребята, сафари началось, должны победить лучшее. Можем. Главное, скромник, а не умереть. Кто считерит, то... Конечно, согласен. Скромник. Ну, тут плохо, короче. Так, все, мужики, отвалите от меня, я свой. Ай. Боже мой. Все, побежали. Все вниз. Ой, блин, это жесть. Блин, вот эти правила мне классно нравятся. Пока они рвут всех, я бегу. Нет, они очень близко. Они очень близко. Блин, я хочу взять админский пистолет все-таки, я должен победить. Если я не побежду, в смысле нет, да? Тупик. Сзади, тупик, да блин, ты своим гусем на башке испугал меня. Гусенок, там тупик. Ну ты что, не знаешь, там тупик? Я вообще не могу. Я побежал к башне. Нет, лагает. Я прямо перед админским пистолетом залагал. Классно. Нечестно. Честно, Максим, ты должен слиться. Так это не проблема, это то, что их много. Это нормально. Так что их там штук 10 всего? Гусенок, спасибо, что ты пожертвовал своей жизнью заради меня. У меня лагает, я бы выиграл. Кто выиграл? Нет. Еще я ничего не выиграл. Да ноги дурачки убивают. Ребята, смотрите, я прям возле вышки. Я приближаюсь к ней. Все, я победитель сейчас буду. Ура! Это нечестно. Как это нечестно? Я еще не добежал, не переживай, можно сейчас сольюсь тут. Так у меня залагал, и вот я и проиграл. А, да? Чтобы скромники выиграли. Так я говорю, залагал и убился.
Просто я не вышки, а Дима, нет. А где ты? Дима, нет. Я тебе уступаю место, иди. Будь здоров. Спасибо. Ты взял пистолет? Нет. А он исчез? Да. На. Мочи, он бежит, мочи его, быстрей! Мочи! Ну что ты меня убил? Ну ты... что ты сделал? Я должен был выиграть. Я думал, что это Радекс убьет. Спасибо тебе, Дасрекс. Ты всех разрешитил просто. Он просто это предатель. Так, а теперь мы должны убить Радекса. Да? Да, мочим Радекса. Все охота на Радекса, все должны его убить. Ой. Где он находится? Ты что делаешь? Все, обычная гравитация. А, Радекс, ты вот так, да, с нами? Ну, мочить, кто убьет Радекса, а, тоже да. будет красавчиком. А, Густоняк, молодец. А чем ты его убил? Взрывами. Молодец. О, давайте сделаем последний раунд. Самая классная дуэль, которую вы могли наблюдать на моем канале и в Гаррис Мод. Битва на админских пистолетах. Только давайте все, летать нельзя, все по-честному. Понял, Густоняк? Окей. 3, 2, 1, погнали. Отлично, Радекс слился. Блин, я должен победить, ну хоть в этом раунде я должен выиграть, потому что Радекс красиво, конечно. Я должен выиграть. Да? Ну давай, 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 я согласен с тобой. Так, я иду на вышку. Блин, а если я поднимусь на вышку, они меня сразу убьют. А ты дойдешь до вышки? А ты сможешь меня убить? Так, а можно я убивать... Я не скажу, где я говорю, что... А можно убивать левой и правой кнопкой мыши? Любой. Окей. Я не скажу, где я, Дима. Я тебя жду. Где? Возле вышки. Так я... Я тоже возле вышки. Блин, на левую кнопку мыши вроде. Ой, здесь на правую кнопку мыши, по-моему, читерно. Ну так какая разница? Туда тебе. Откуда? Откуда? Как ты? Тихо, неважно, неважно. Ты стоял там на лестнице, я тебя не видел. Да. Да я поддался. Я поддался специально, ну чтобы я выиграл, но нельзя так делать. Так я еще жив. Так, давайте перекличку. Кто еще живой? Я. А, еще я. Много. Давайте, пацаны, ускоряемся. Я в воздухе, меня не стрелять. Я просто наблюдаю, как вы друг друга сливаете. Блин, ну дуэль на админских пекалях, это прям имбово, мне кажется. И при этом очень интересно. Что? А? Есть! Молодец, Дэн! Молодец! Красавчик! Жопа морская. А вы знаете, а что может... этот? А, и тучка сидит в этом... В башне, нет, прямо на лестнице. Нет. Да я не хотел тебя палить, просто хочу, чтобы ты проиграл. Не, так ты его не убьешь. О, убили. Дурак, блядь. Я, блин. Это не считается. Да это не... Да что, я уже умер. Ну что вы делаете? Да ё-моё. Ой, извини, я уже на... А ты прыгни, тучка. Ничего делать нечего. Решающий момент. Молодец. Молодец, Думыч. Но реакция у меня прокачанная. Чё, Думыч выиграл? Нет, я еще жив. А, давай, Кирилл. Да блин, Кирюша, крыса. Все? Софтер. Кирилл Геймер, победитель среди дуэлянтов админским пистолетом. Красавчик. Нет, это я победитель. Если понравилась эта серия, подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем.